перед многими покупателями лодки стоит вопрос, какую же лодку выбрать. С одной стороны, мы хотим ловить рыбу, с другой стороны, у нас есть семья и тоже нужен комфорт. Ответ на этот вопрос вы можете найти в катере Mary Fisher 895 Marlin. Кокпит с раскладывающими сиденьями. Когда вы ловите рыбу, у вас достаточно пространства для того, чтобы совершать маневры по кокпиту. Но если вам необходимо посадить семью, вы всегда это сможете сделать. Таким образом, у вас полноценный салон, который вмещает в себя 6 человек. Не забыли о комфорте в салоне. Здесь нормально может расположиться 4 человека. Большая обеденная зона. Плита, умывальник. Особое внимание стоит уделить вентиляции этой лодки. Большая дверь, большое бортовое окно, люк, а также огромная дверь на бортовой проход. Несмотря на то, что это скорее рыболовная версия, мы видим, что объем салона ничуть не уступает хорошим круизным яхтам. Наверное, среди одноклассников это уникальное решение и уникальный объем. Лодка имеет двухкаютную компоновку, носовая и каюта на мидле, а также большой санузел, оборудованный душем. Из рубки мы сразу попадаем на широкий бортовой проход. Как видите, я могу вполне спокойно находиться на этом бортовом проходе. При этом еще раз хочу отметить, что сохранен большой объем рубки. Таким образом, лодка имеет уникальную компоновку, которую очень трудно найти среди лодок какого-то класса. Пройдем на нос. Здесь мы можем сделать отличный большой санпад, либо если мы уберем подушки, то получим носовой кокпит, с которого удобно ловить рыбу. Также мы имеем большой якорный рундук. На крыше рубки у нас установлены рейлинги, на которые можно разместить суп, удочки или какие-то другие водные аттракционы.